Я помню, когда я в 1901 году первый раз пел Альфреда, у меня была замечательная виолетта. У нас замечательно получался этот дуэт. Да, я вот сейчас сижу и думаю, как мог этот болван Карабасов Борис Цветком открыть «Ля Бемоль»? О, скоро ли Карбель? Я, Василий Фомич, не знаю, какой звук открытый. И я, конечно, извиняюсь, какой закрытый. Но только я бы спел так. О, скоро ли, Кармен, с тобою буду вновь ты, мой восторг, мое мучение.